Ну что, друзья, мы собрались, долго ждали этого момента. Наталья Владимировна машет вам ручкой. Мост через Урал. И мы направляемся на Новый год в Котлас. Проехали 40 километров уже, осталось 1700 с чем-то, не помню, надо считать. Большая северная длина. Прикольно. Классно, да? Доехали на двух мотособаках. Здорово! Катались на снегоходах по полю, вообще классно. За руль пустили.
Мы в Казани на стоянке, большая очень стоянка. Сейчас сходили в дворец земледельцев, смотрели Кремль, с другой стороны. Все очень красиво, ночью вообще классно, все подсвечивается. Вот. Но пришли, тут колесо шипит, пробили. Ну, вроде не сильно, так что доедем.